Шайбу забросил Филипп Толозаков. Последняя минута первого периода. Александра Гоголева, номер 71, Филиппа Толузакова, номер 89, шайбу забросил Артем.
передачи. За подножку малым штрафом наказан Терей Толузаков, номер 89, команда «Спартак». Время игры берется по контролем секундомеру. До окончания встречи осталась 1 секунда. Завершился матч. «Спартак» Москва, «Алмазский» ПФ за счетом 6-5 победила команда «Спартак». Очередной матч молодежной хоккейной лиги в нашем дворце в среду 29 сентября.